что, делаем ставки? Ничего тебе. Кто же выиграет? Уважаемые друзья, делаем ставки. Кто же выиграет? Назарихина Валерия. Кандидаты Назарихина Валерия. Как ее зовут? Аверкина Полина. Непонятная девочка Софья из МГФСО. А почему непонятная? Потому что непонятно, откуда она взялась. Она 2003 года, но при этом в прошлом году ее нигде не было. Точнее, в принципе, не было. Гребли. Ну, перешла еще из конькобежного спорта, например. Мария, пожалуйста, прокомментируйте это событие. Это событие? Да, камера вон там. Камера я вон могу там. Сказать вот только стороны. То, что девочки уже стартовали, и они уже... Это не девочки, ладно, это пацаны. Ладно, стартовали мальчики, и мы за них не болеем. Так им и надо, да? За них и не болеем. Да, за них и не болеем. За кого будете болеть? Мы будем болеть за Полину и Леру. Фамилии не скажете? Фамилии я не скажу, мало вот. Ли. Мало да, ли, они секретные. Не хотят, да. Это секретные данные. Какие, по вашему мнению, у них? Шансы? Шансы на победу. На первое место. На первое место у каждой есть 50% того, что она может ехать первой. Это очень мало. Это очень мало, на самом деле, потому что есть девушки, которые, возможно, сильнее них. И кто же это? Что за экипажи? Девочка, которая была вчера первой. Мы не знаем, как она идет 500-ку, но, возможно, она ее выиграет. Она... Да, но на 1000 она смотрелась очень даже ничего. Вот. Еще есть Ксюша Пустова, которая может заехать второй. Которая может сделать любой неожиданный рывок. Да. Ну и наша ладно. Лера и Полина. Mm-hmm. Вот. Наша Лера. И передай микрофон. Смотрим завесу. Так, это Богдан первый идет? Нет. Ай, блин, все. Троих обогнал. Второй. Все, починал. Конечно. Смотрите, так, какая чудесная погода. Итак, 2-0-1 и 2-0. 2-0-1. Давай лодку сюда, сейчас узнаем, что будет. Награждение или что там. Хорош!